листву в Чебоксарах дворникам помогают убирать современные технологии. Недавно в городе приобрели специальные устройства – ветродувы и пылесосы. Их оценили в действии и мои коллеги. Если раньше эту улицу от осенней листвы очищала целая бригада, то сейчас с работой справляются всего 4 человека. Когда на помощь дворникам пришли специальные установки, убирать город стали более эффективно. С помощью вот такого ветродува возможно убирать от мусора даже труднодоступные участки. Вместо лопат дворники столицы используют специальные пылесосы. Эта установка измельчает листья и засасывает пыль в герметично закрытый кузов. В прошлом году в городе закупили еще 2 такие машины. У нас в каждом районе есть ветродувы, пылесосы, специализированные нарощенные вот эти тележки с закрытым верхом, чтобы листва, мусор не разлетались. Рабочие у нас уже обучены, научены этому делу, потому что техника импортная, сложная в обращении, поэтому рабочие у нас проходят курсы. Ну и видите, уже результат у нас на глазах, справляются, работают. И во-вторых, это занимает минимум времени, потому что погода нас не балует хорошими днями, и приходится по максимуму вкладываться, чтобы это все привести в порядок. 3 такие установки смогут справиться с уборкой листвы в городе меньше, чем за месяц. Но столичные администрации не исключают, что в ближайшие годы будут приобретены и дополнительные пылесосы. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.